специально комитет рекомендации чая, четвертый семинарный первый чай, после того, как прошла стадия выживания финальная, печатный чай это сюда. Самое главное в этом шкафу поддерживать необходимую влажность и температуру. Температура, как правило, комнатная, то есть это как минимум 26 градусов, то примерно в таком же она должна в диапазоне поддерживаться, то есть есть на улице вентиляция, собственно, кондиционер, специальный увлажнитель, он поддерживает нужную температуру. Но самое главное – это высокий уровень влажности. На самом деле ферментация – это один из самых сложных и самых интересных процессов производства чая. И сейчас мы посмотрим, как же это происходит. Ну вот мы находимся в святая святых любого завода производства красного.